На центральном городском стадионе в Одинцове сторонники «Единой России» приняли участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе. Мероприятие прошло в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» с участием известных спортсменов, который проводит партия с 1 июня по 12 августа. Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и физической активности среди взрослых людей. Для участия в марафоне необходима предварительная регистрация на официальном сайте.